Первый гастрольный тур для артиста – это как 1 сентября для первоклассника. Все впервые, все интересно и ново. Музыканты постоянно думают и размышляют, все ли сделано как надо. Хорошо ли настроен звук, слаженно ли танцует балет, как звучит голос. Один сплошной стресс. Каждый из них хочет удивить и порадовать своих зрителей. Александр Коган сейчас переживает именно такие эмоции. Артист готовится к своему первому туру. Я жду звонка. Музыкант все свое время сейчас посвящает репетициям. Репетиция хорошо проходит. Немножко все так. В таком режиме ничего не успеваем, но в принципе все хорошо. Я-то готов, просто все остальное еще нет. В преддверии старта певец устроил пресс-конференцию и генеральный прогон для представителей СМИ и самых преданных поклонников. Александр ответил на все интересующие вопросы, рассказал, какие города посетит, и эксклюзивно для собравшихся продемонстрировал несколько номеров из своего шоу. Это будет первый раунд нашего промо-тура. Мы посетим только 4 города, к сожалению. Но потом, после 4 городов, это Ярославль, Орел, Воронеж, Тула. Вот, мы потом возьмем паузу, немножечко все проанализируем, и я тогда решу, когда уже буду продолжать гастроли по всей нашей необъятной стране. Собравшиеся поклонники увиденным остались довольны и даже смогли вызвать Александра на бис. Коган исполнил еще одну песню, раздал автографы, сфотографировался и продолжил репетицию. Но уже за закрытыми дверями. Все шоу целиком уже скоро увидят жители 4 городов. А остальным поклонникам остается надеяться и верить, что продолжение тура Когана коснется и их города.